Спасибо. Спасибо за сердечки. Всем доброе утро. Кто нас смотрит? Кто-то заходит и выходит, ну ладно, что поделаешь. Всем доброе утро, ребят, доброе-доброе. Good morning, dear. Так не зайдешь к вам, а потом уже все. Не появляйся месяц. Разбегаете совсем, совершенно. Сладкая, сладкая кофе. Ребятушки. Доброе утро. Хай. Без пошлостей. Уже видео без пошлостей. Совсем скучно сегодня, да, котята? Либо сонные. Хай-хай. Либо название трансляции решает. И у нас одни. Because you're pretty. Скучные вы мои сладкие. Что неважно выглядишь, да ладно, не, нормально. Нормально, я только проснулась, потому что соненько, кофе, все, все нормально, спасибо. Максимум, что снилось что-то нехорошее ночью, а так?
такой подход пойдет, но ищу госпожу. Ну, ребята, это вряд ли выйдет. Найти сейчас в моем контенте себе госпожу. Нет, не бухаешь. Хоть какую-нибудь. А ты там ищешь свою госпожу? Может, не там просто-то и все. А здесь, мне кажется, не самое лучшее место для поиска госпожи либо. Хотя рабыню, может, и можно найти, но, блин. Много не то место. На мне проклятие? Слушай, с чего ты взял, что у тебя проклятие? С чего вы это взяли, что там проклятие на вас? Ну, скажите. Проклятие, его ведь нужно снять. Ой, хочу его собрать волосы. Сижу, они мне мучают. Просто есть в тебе какой-то вопрос. Плюс ты не на тех женщин нацелен. И, соответственно, получается нестыковка. Обычно все приключения, что у тебя не получается, они исходят от тебя самого. Там нужно разбираться уже внутри. Бонжорно! Что говорит? Не понимаю. А с какой целью вы спрашиваете? Ну, как бы это ни звучало не очень, я бы вам посоветовала обратиться к психологу, походить какое-то время на занятия, пообщаться. Я думаю, вы сами выговорите и расскажете, в чем проблема. Возможно, у вас какие-то вопросы были с мамой, бабушкой или кто вас воспитывал, и что-то заложилось неправильно с папой. Ну вот, поэтому обговорить, понять, принять, простить, и я думаю, вы откроете себе двери.